Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Ну, новая распаковочка, номер 50, юбилейная. Я тут, видите, одел бант. Вот. То, что праздник, 50-я распаковочка. О, супер. Так, что же у нас? Так, чай Гринфилд. Вот такой. Есть чай Гринфилд вот такой, вот. С бергамотом, я его люблю, обожаю. Кефирчик Пискаревского молокозавода, это не реклама. Капусточка, кочешок, ну, на килограмма два примерно. Так, бондюэль, это у нас сладкая кукуруза, но это не реклама. Так, это что? А что, охотничьи колбаски полукопченые. Вот такие. Вот. Как вам мой бант? Нормально? Так. Так, что еще? Крабовые палочки. Так называемые. Хотя они сделаны не из краба. Чесночок вот такой. Так, еще одна бондюэль, зеленый горошек вот такой. Так, сетка с картофелем, вот такая вот картошечка, замечательная, мелкая. Ставь лайк, если любишь картошку на костре жарить. И этот киш-миш, сладкий, медовый, очень вкусный. Очень сладкий. Я только попробовал. Что еще? И конфеточки вот такие. Халва с шоколадом. Ну, я их много раз уже покупал. Это восточная сладость. Тоже вкусно. Вот это была такая вот распаковочка, номер 50, юбилейная. Ставь лайк, пиши комментарий под видео, задавай вопросы. Подписывайся на канал Afro Mango Mukbango. Смотри мои видео. И жди распаковочку номер 51. Все, пока.